И еще новости из горок ленинских. Проводить выходные с классической музыкой в музее-заповеднике стало доброй традицией для многих семей. Организаторы стараются каждый раз удивить взыскательного зрителя, и это им удается. На днях в концертном зале музея состоялось выступление лауреата международных конкурсов студентки 4-го курса Московской консерватории имени Чайковского Хуанг Фан Чами. В своем выступлении пианистка объединила несколько композиций в одну сюжетную линию, в которой описывается судьба человека. «Мелодии жизни» – именно так называется концерт, в котором можно проследить этапы взросления от юношеских лет, когда человек полон сил и вдохновения, готов любить и творить, до зрелого периода полного мудрости и опыта. Я очень верю в судьбу, и действительно, я пришла к этому инструменту, к музыке, благодаря судьбе, чистой случайности. Друг моих родителей отдавал инструмент, он куда-то переезжал, инструмент ему был не нужен. Так я начала заниматься, я смотрела, я еще была маленькая, смотрела по телевизору, шел конкурс «Щелкунчик», это было настолько ярко, настолько живо, что я вот прониклась любовью к музыке, к классической музыке в том числе, и продолжила занятия. В этот день прозвучали произведения Баха, Бетховена, Шопена и Брамса. Ценители классической музыки наслаждались глубиной произведений и чувствами, которые старалась передать пианистка.